О, у меня 200 бобов, спасибо. У меня теперь две звезды. Я звезда. О, мой зайчик. Спасибо. Thank you very much. Не знаю, что сказала, но, по-моему, это спасибо. Я просто за английский не шарю. Так, чисто базовый. Just one time. Что это значит? Подожди. Всего один раз. Я показала. Я могу, знаете, пока телефон сдох. 400 человек смотрят. Ты лучше. Ну, я вас обожаю. Типа, я могу сесть вот так. Вот. Сейчас, знаете, на картах. Ноги раздвинула как. Да, молчу. Сижу тут чипсики ем. Шишка-то дымится. Жестко, жестко. Ама рокстар, попстар, хуй встал. Напиши мне твой Оскар. Подпишись. О, ладно, подпишусь. Хулет. Только если ты собираешься писать сообщение, пиши после того, как у меня закончится эфир, потому что во время эфира у меня начнет и, ну, короче, строить телефон. Ой. Домой же ты пупсик просто. I love you. LLL. Просто задаривает меня на всех эфирах. Просто мой пупсик. Ама рокстар, попстар, хуй встал. Нисма, ты куда пропал? Как складно это было. Почему Нисма пропал? Как много на английском. Я не буду переводить, а я буду читать. Вкратце, можно написать? А, ты куришь? Ты в ахуе с происходящего, да? Я тоже в ахуе. Сниматься хочу. Я, пожалуй, тоже курду. Я вообще пить нельзя. Хорошо. Что хорошо? Что ват? Не понимаю, что я тебя обидела, зай. Я могу показать полсиськи. Этого хватит. Большое. Какая-то, блядь, в ТикТоке прикол есть. Я им полсиськи показываю, а они $100 на карту. Блядь, как мне сесть так удобно? А откуда такая затяжка? Ростовская область. О, спасибо, Никита, спасибо большое. Я из Ростовской области. Блядь, киньте денег на карту. Я пойду за пивасом. И тогда веселье продолжится. А там уже кто-то. Номер 896-181-057. Кто успел записать, тот молодец. Кто не успел, ну, сорян. Подпишись. Скинь. Я говорю. Номер 8-906-181-0057. WhatsApp присутствует на этом номере. Прослушал. Я только что диктовала, алло! Все, два раза продиктовала, больше не буду. Тот, кто очень хотел, тот уже записал. Только если кто-то успел, то не пишите сразу сообщение, потому что телефон будет троить. Плюс у меня 1%. Пивас хочу. У нас есть открытый магазин, я в нем смогу, хочу номерочек. Ой, номерочек, блядь, пивас пить. Ой, блядь, ЛЛЛ. И что? Что? А ну-ка, подожди, в смысле игнор. Да
Спасибо большое, Грей. В смысле снова проигнорировала? Я не игнорировала. Мои ж вы лапочки. Мои ж вы зайчики любимые. Фу, спасибо большое. Грей, спасибо большое. А в смысле проигнорировала? I now ignore. Я не знаю, как правильно сказать. Блять, номер тебе надо. Подожди. Записывай номер, блять, потом скопируешь. 8-906-181-00-57. Пожалуйста. И Сбербанк тоже есть. Пивас хочу. Ебать хочу. Ладно, пиво, блядь. А секс чё? А нету? Обидно. Удожились, да? Красивая тёлка. Мужика нету. Это как так? Жизнь так вот. Есть рука. Рука-то есть, блядь. Ты знаешь, хуй она не заменит. Привата у меня нету, я этим не занимаюсь. А если я сижу в эфирах, то только так и общаюсь со всеми людьми. Приватами я не занимаюсь, я не шлюх. Наверное. Я уже сама в этом не уверена. Ну, мне похуй, в принципе, чего. В принципе, если ты считаешь шлюхой, тут бы ни один чувак не сидел. Я сижу в обычном топике и просто занимаюсь хуйней, правильно? Правильно. Все нормально? Я ее не сломала. Пупок! Господи, вот срался тебе мой пупок. Пожалуйста. Вот тебе пупок. Что он тебе, блядь, не нравится или что? Обычно пупок, как у всех людей. Спасибо. Наш телефон затроил. Пупок как пупок, блядь. Что не так? Спасибо. Что? Супер, девушка, спасибо. Приезжай в гости. Куда? Ты не скажи, куда я приеду. Наконец-то! Блядь, не понимаю английский. Подожди, я пока переведу. Это было так сложно. Да я откуда знала, что ты от меня хотел? Финляндию. Идея охуенная. Ты билет знаешь, сколько стоит? А мало того, что билет, у меня нету загран паспорта. Давай я приеду к себе. Ростовская область приезжаю. А куда уже, точнее, потом. 200 с чем-то километров от Ростова. Ну это если что. Если что. Ой, я уронила чипсинку. Спасибо. Пожалуйста. Поселок такой есть один. Хорошенький. Только не переезжай. Нахуй мне нужен этот загранпаспорт? Я не подъезжу. Блядь, 1% пиздец. Дим, чё молчишь? Привет, мы соседи.